Роман Маякин. Молод, талантлив, амбициозен, он сумел доказать режиссерам, что ему под силу любой образ. В копилке его ролей есть следователь, наркоман, агент по недвижимости Байкер. Если ему нравится сценарий, то он готов работать, что называется, до седьмого пота. Он не отказывается сниматься в сериалах, считая, что такие проекты даже чем-то сложнее, чем полный метр. Иногда годами приходится выходить на съемочную площадку, изображая одного героя. Роман не боится остаться без работы. Если по каким-то причинам ему отказали в роли, всегда найдется альтернатива. До марта 2019 года все считали Романа Маякина примерным семьянином, любящим мужем и заботливым папой. Но он разочаровал своих поклонников, написав на своей странице в Instagram, что уже год как разведен. Первые серьезные отношения у Романа Маякина были с коллегой по театру. Ее имя он не называет, но говорит, что их семейная жизнь не отличалась от театральной. Это продолжалось до тех пор, пока ему не надоело. Они расстались. Женщиной по имени Елена он познакомился с легкой руки своей родственницы. В то время Елена была в браке, растила троих детей, но ушла от мужа к Роману. Они расписались, вскоре появился совместный ребенок, сын Миша. В семье подрастало четверо детей, два мальчика и две девочки. У них собственный дом недалеко от Ногинска. Елена владеет небольшим бизнесом, дети посещают музыкальную школу. Роман в свое время даже шутил, что уже можно создавать свою музыкальную группу. Младший сын серьезно занимается спортом. Что послужило причиной развода, пока неизвестно. Может быть, слухи о его романе с Анфисой Черных, с которой он познакомился на съемках последнего героя. Однако молодые люди опровергают подобного рода сплетни.